Всероссийскому детскому центру «Смена» исполнилось 36 лет. Праздничные мероприятия развернулись на главном стадионе ВДЦ, где для участников образовательных программ и почетных гостей выступили артисты популярных музыкальных шоу. Среди них была и команда чирлидеров, исполнившая зажигательные танцы. 36 лет назад свои двери распахнул Всероссийский трудовой оздоровительный лагерь «Рабочая смена». Современная смена – это правопреемник рабочей смены. Сегодняшний день особенный для нас. Я обращаюсь к юным сменовцам. Хочу вам пожелать: учитесь у прошлого, живите настоящим и мечтайте о будущем. В день рождения Всероссийского детского центра гостей ждала масса мероприятий. Среди них круглый стол по теме «Партнер равно успех». Смена имеет огромное значение для развития детского отдыха в России. Это один из четырех президентских лагерей, который сегодня принимает лучших ребят, приезжающих со всей территории нашей страны, которые потом, в свою очередь, будут посланниками во всех городах, во всех регионах тех идей, которые сегодня мы пытаемся заложить им здесь, на территории нашей любимой Анапы.